проникать в психику другому человеку. Ну, просто нелогично будет. Поэтому я могу сказать только про свои отношения с родителями своими. Я вот, честно сказать, не могу вспомнить ни разу, то есть, ну, было физическое наказание, поскольку я мальчишка, такой шебутной был и так далее. Физическое наказание действительно было, но я не могу ни разу вспомнить, что это было наказание типа из разряда «бух-бух-бух, мы тебя побили, папа, а за что?», а просто так. Никогда у меня такого в семье не было. То есть мне конкретно давали понимать, что вот так, такая мера наказания. То есть, ну, я не могу сказать, что прям вот все время меня били. То есть мне, например, говорили,